Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край! У нас 7 февраля 2022 года. Ну что, готовы посмотреть классный дом? Классный дом от Дмитрия Александровича. Вы готовы посмотреть, ребята? 23 миллиона. Обалденнейшая цена для этого дома. Он, ребята, каркасник, но это обалденный дом. Он 100 квадратных метров, там 4 сотки земли. Там, ребята, бассейн, там идеальный ремонт. Там все идеально, с мебелью и так далее. Дом был сдан в 2019 году. Ребята, за все это время, пока люди там жили, никаких проблем, моментов, нюансов нет. Более того, я вам хочу сказать, что именно вот в этом доме, который на моем фоне сзади, посмотрите, присмотритесь уже отсюда, насколько он идеальный, ребята. Там живут родители, а в соседнем доме живет Димыч. А Димыч — это их сын, который в свое время купил им этот дом. Но сейчас родители решили переехать, ребята, в другой регион. Это единственная причина, по которой этот дом продается. Всего 3 дома, ребята. Они все каркасики. Я сейчас переверну телефон, вам все покажу. Но вы должны знать, что сюда обалденный асфальтированный подъезд. Мы находимся на улице Ландышевая в центральном районе. Это Мамайка. До пляжа, ребята. А с каким видом вы будете жить? Вы у меня спрашиваете, с каким видом будете жить? Ребята, до пляжа пешком 8 минут. Да вот с таким, ребята, видом вы будете жить. Вот с таким, ребята, видом вы будете приезжать летом, зимой. Я вот сейчас стою, смотрите, я кайфую. Какое число? Правильно, 7 февраля. Какое число, я спрашиваю вас? 7 февраля, ребята, несмотря на плохую погоду, которая держится у нас уже месяц. Посмотрите, какой кайф. Вот такие у вас вот соседи. Смотрите, у всех бассейн, у всех хорошие дома. Здесь рядом бани и так далее. Отдыхайте, кайфуйте, приезжайте. Ребята, потрясающий дом. Асфальтированный подъезд по улице Ландышева. Подъезжайте на своем Бентли, останавливаетесь, выходите, да, да хоть на Жигулях приезжайте, без разницы, это обалденный вариант. Ребята, 100 квадратных метров дом, полностью мебелирован, с техникой, со всеми делами. Все у нас, вода там центральная, там такой напор, ребята, я открыл, там чуть раковину не разбил сейчас, вы сейчас просто, ребята, обалдеете. Правда, классно, я часто восхищаюсь, нет, я часто восхищаюсь домами, нет, я приезжаю сюда, говорю, это хороший дом, или я говорю, это плохой дом. Почему? Потому что я один из лучших риэлторов этого города, ребята, самопровозглашенный лучший риэлтор города Сочи. Поэтому, ребятушки, 23 миллиона однозначно да, супер, просто супер дом, просто супер-супер гуд, это супер гуд. Супер-супер-супер гуд. Переворачиваю камеру, показываю, я просто восхищен. А теперь что, ребята? А теперь релакс. Садимся на диванчик, бутылочку шампанского, винца, пивасика, мужчины. Можете водочки себе налить, коньячка, виски, без разницы, ребята. Не забудьте добавить лед. Расслабляемся, и я вам показываю. Значит, вот ваш будущий, ребята, дом. Это ваш будущий дом с обалденным подземным гаражом. Кстати, ребята, гараж там тоже квадратов 20, я не знаю. Там еще техническое помещение. Ребята, вот посмотрите, вот по соседству. Вот тут банька, познакомились с соседом, пришли в баньке попарились, вон там шашлычки сделали, посмотрите, да? Да у вас и своя мангальная зона, естественно. Тут, посмотрите, бассейне поплавали. Да у вас и свой бассейн, ребята, свой бассейн. Вот такие соседи, кстати, идеально. Смотрите, ребята, какой вид. Вот чем хорошо на Ландышево, на Мамайке, тем, что вид. А самое интересное, ребята, сейчас вам покажу, где у меня машина стоит, и там вот дорожка вниз, реально спокойненько, 8 минут пешком, и вы на своем таком диком, идеальном, чистейшем пляже. Просто диком, идеальном. Вот с такой панорамой, ребята, вы будете жить. Вот с такой вот панорамой, ребята, вы будете жить. Слушайте, ну вот это я понимаю хороший ценник. Вот это я называю хороший ценник за дом. Вот это вот прям то, что нужно, ребята. То, что нужно. Кстати, вот здесь живет сын. Димыч, привет. А вот здесь, соответственно, живут родители. Все, вот такая вот история. А вот эта сумка Дмитрия Александровича. И, кстати, надо неплохо зарабатывать, чтобы иметь такую сумку. А надо быть очень хорошим риэлтором. А смотрите, ребят, ну ладно, это все шутки. Юмор, ребята, юмор. Значит так, смотрите, сейчас я, секундочку. Вот так, оп. Вот она, машина стоит. И вот направо пошла дорожка вниз, и все, сразу за машиной вы повернули и спокойненько пошли вниз. Все, 8 минут вы на пляже, вы понимаете? 8 минут вы на пляже. И по вот такому асфальтированному бетонному подъезду вы спокойненько, ребята, подъехали к своему дому. Все, видите, 3 дома и еще один бонус вам, да? Вдогоночку вам еще один бонус. Да, ребята, здесь тупик, здесь нет проезда, все. Вы приехали, припарковались, зашли, и здесь нет проезда, ребята. Все, тишина, спокойствие, никто не ездит, никто вас не беспокоит. Братишка, свои. Здесь живут москвичи. Все, здесь как бы живут москвичи. Все, здесь живете вы. Здесь по соседству живет человек, который вам продал этот дом. Понимаете, да? Вы понимаете, да? То есть прозрачная история и так далее. Смотрите, как симпатично сделан из габиона у нас здесь подпорные стены. И вот, ребята, сразу въезд в наш, точнее, ребята, в ваш гараж. То есть вы можете припарковать здесь еще машины 2-3 спокойно около своего дома. Ливневочки сделаны, все сухо, водички нет. Вы видите, все идеально. Что за столб? Да, это, ребята, просто столб. Но это не просто столб, ребята, потому что это трехфазная, 380, приходит на ваш дом 15 киловатт, и вы спокойно там делаете с этим электричеством, что хотите. Все, откатные ворота, заехали.
Пожалуйста, заехали в свой гараж, можете здесь все, что угодно сделать. Ставить машину, делать мастерскую, все, что вашей душе угодно. И еще у нас есть здесь техническое помещение. Техническое помещение. Заходим в техническое помещение. Ребята, оно тоже не маленькое. Вы видите, оно абсолютно не сырое, нигде ничего не течет, не бежит. А я вам напоминаю, что строили еще в 17-м, а сдали в 19-м году. Все, фильтрация, насос толкает, соответственно. Это у нас теплообменник. Хотите подогревать бассейн? Подогревайте на здоровице, ребята. Бетона немерено, немерено. Ребята, это очень важно. Это очень важно, когда есть такие конструкции, вы заходите, вы понимаете, да, если бы здесь были какие-то косяки, вы бы это уже своим глазом увидели даже через камеру. Все, поднимаемся по лестничке, и я вам сейчас покажу участочек. Участочек у нас, напоминаю, 4 сотки. Кстати, здесь растут бананы. Сейчас мы их спилили, потому что зимой было холодно, они перемерзли. Ну, не переживайте, они как трава растут, поэтому через месяц они уже будут... Ту-ту. Сейчас, тихо, к Димке на участок загляну, пока его дома нету. Я надеюсь, он не будет сильно ругаться. Вот, красота ландшафта, не знаю, и у вас, ребята, так же будет, вы тоже себе так же сделаете. У него сейчас чуть-чуть побольше дом по квадратуре, у нас поменьше. Два дома побольше, у нас чуть-чуть поменьше, да? Вот, классно, красиво, да? Согласны, красиво? Ребят, ну вот с таким видом, ну вы о чем? Ну, ребят, ну конечно же, да, но это же даже не обсуждается. Все, пойду дальше. Все, поднимаемся. Красота. Значит, у нас, чтобы вы понимали, на эту террасу, ребята, у нас 5 выходов из дома. 5, 11, главный вход у нас с той стороны, чтобы вы понимали, а здесь еще у нас 4 выхода. И, ребята, чтобы вы понимали, опять же, вы уходите или вам сильно светит солнце, у нас автоматически роль вставни. Вот они. Я потом зайду, покажу. Спокойненько нажимайте на кнопочку, это все красиво опускается. Ребята, красиво, дорого, богато, симпатично, обалденно. Просто, кто мне напишет в комментариях, что это не стоит 23 миллиона, сразу блок. Я даже не разговариваю, понимаете? Потому что я вам говорю, что да, конечно же, да, 1000000% да, 1000000000% да. Триллиард, мать его, процентов, да. Если можно было ругаться матом, ребята, я бы поругался матом. 5 на 5 бассейн. Мне здесь по шею, я походил, только что измерил лично с линейкой. Отлично, здесь у нас, пожалуйста, так на террасе посидели, покушали. Можно сделать обеденную зону. Можно здесь это все дело закрыть. Если вам как бы по кайфу, можете это все закрыть. Ну, пройдемся быстренько по участочку. Здесь у нас надо сделать какое-то озеленение. Сзади немножечко еще есть место, соответственно, там, собственно говоря, вход. Здесь какие-то плодовые посадили у нас. Здесь подсветочка, вот, так вот, вот такая вот у нас здесь красота. Вы уже поняли, какой у вас террасы вид? Потрясающий у вас здесь вид. Все, локальное очистное сооружение, пожалуйста. Здесь у нас высажено кое-что. Все, а здесь, пожалуйста, творите красоту, как вам будет угодно, ребята. Вот творите красоту, как вы захотите, как вашей душе будет угодно. Все, здесь можно запросто сделать мангальную зону, посадить что-то и так далее и тому подобное. Вот что захотите. Вот у нас вход в дом здесь, поэтому сейчас я вам покажу. Я просто хочу еще немножко сакцентировать ваше внимание на придомовой территории. И сейчас мы с вами уже как бы пойдем в дом. Класс. Просто как класс, как дом для проживания, класс как дача. Во всех смыслах этого слова класс. По-другому даже не обсуждается. Просто класс, ребята, и красота. Ну что, пошлите в дом. Так, ну что, пойдемте. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А я опять тебя целую и забываю обо всем. Дорогая, слушай, так между нами, любимая моя, я к жене сейчас обращаюсь, извиняюсь. Дорогая, у тебя не завалялось нигде 23 миллиончика? Просто в качестве дачи купим, для родителей купим. Просто сдавать будем. Да я за 200, милая, я за 200 сдам просто без разговоров. Давай, посмотри немножко у себя в кошелечке. Может быть, у тебя завалялось все-таки 23 миллиона? Потому что это хорошая инвестиция в нормальный качественный дом. Кстати, несмотря на то, что это каркасник, ребята, я хочу вам сказать, что за это время, да, с 19 года, как он уже сдан, и люди, так сказать, купили, он себя показал. Потому что здесь нормальный фундамент и так далее. Я походил, я посмотрел. Ребята, я косякам сразу, я бы вам сказал, ребята, здесь есть косяки. И это не те каркасники, которые продаются по 14 миллионов, да? Не те, ребята. Конечно, этот дом однозначно стоит. Но просто все качественно. Чтобы вы понимали, на всей площади здесь просто теплый пол. Вот я сейчас ручку просто... горит. Просто теплый пол. Значит, зашли вы, да? Попали в хорошую прихожую. Разулись, ребята. Разделись без проблем. Можете здесь себе шкафчик какой-то поставить, если вам нужно. По электрике смотрите, как все разведено. Смотрите, все четенько, все подписано, все разведено. Понимаете? С умом, ребята. Все аккуратненько, все для вас специально подписали, где что и так далее. Оптиковолокно тоже спрятали, ребята. Тоже здесь, смотрите, аккуратненько как спрятали. И с левой стороны сразу у нас дверь. Дверь у нас куда?
Правильно, в санузел. Все, гости пришли первым делом куда? Ну, естественно, они захотели в санузел. Все. Здравствуйте, мои дорогие, в санузел. Все, душевая, отличная, вместительная. Все необходимое для жизни. Вода, ребята, я не буду открывать до конца, потому что здесь такое напорище, ребят. Там такой напор, что просто она прям центральная. Понимаете, она прям бьет ключом, что называется. Бьет ключом. Кстати, на всех окнах, даже здесь, на этом маленьком окошке, антимоскитные сеточки, да, красиво сделаны, да. Элементы из дерева, видели, да? Там, кстати, фасад сделан, вы обратили внимание, короедом, еще выйду, покажу. И элементы из натурального дерева. Как вам вот эта плиточка? Отлично. Как вам? Мне очень нравится. Ой-ой-ой, какой он теплый. Даже стены, я вам честное слово клянусь, они теплые, да? Змеевик тоже. Так, все, здесь гребеночка разведена, все сделано, все отлично. Отличный, супер, ребята, санузел. Все, проходим дальше, проходим, попадаем, соответственно, кухня-гостиная. Кухня-гостиная, что я вам хочу сказать? Сплит у нас есть, картина великолепная. Обои светлые, все, что нужно, да? Полы, ой-ой-ой, полы очень, ребята, теплые. Ну, прям очень, ребята, прям очень теплые. Плиточка лежит, ну, просто очень теплые. Очень красиво, мне нравится, моя рассветочка. То, что нужно. Хотите? Не вопрос, раскладной диванчик поставили, все, у вас здесь спальное место. Телевизор, смотрите, выход на улицу раз, выход на улицу два, ребята, выход на улицу три, выход на улицу четыре и пятая световая точка вам, пожалуйста. Все остается по мебели. Холодильничек, пожалуйста, обеденная зона, пожалуйста. Вот вам кухонная зона. Приятные тона? Конечно, приятные. Духовочка, пожалуйста, плиточка, пожалуйста, микроволновочка, вытяжка, пожалуйста. Шкафчики с доводчиками, пожалуйста, ребята. Ну что? Что вам еще нужно, ребята, для проживания, для отдыха? Да ничего, просто бомба. А если вы уезжаете, да, или вдруг вам солнце, вам жарко. Ой, дорогая, мне очень жарко, дорогая, сделай что-нибудь. А дорогая подходит, вот так, просто так нажимает кнопочку. Та-р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 а. И опять. Дорогая, холодно, открой. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Ребят, ну красота, да, конечно, красота. Вы в кайфе, вы уже понимаете, что это ваше, вы уже цените, вы уже понимаете. Ребята, на рынке вы не найдете. Мизер, недавно я расхваливал дом в Дагомысе, помните? Недавно. За сколько? 23 миллиона с мебелью, да? 22 миллиона без денег. Так это был кайфовый дом. А здесь с таким видом, с бассейном, да просто, какие могут быть еще комментарии? Поднимаемся по деревянной лестнице, классненькая, гладенькая, обалденненькая. Обои мне нравятся. Здесь у нас уже, ребята, ламинат на втором этаже, мы поднимаемся на второй этаж. И у нас здесь, ребята, выход на балкон, спальня номер раз, спальня номер два и еще санузел. Ну все, бинго! Еще один санузел, пожалуйста. Захотите, пожалуйста, уберите что-нибудь здесь, перестройте, сделайте ванну. Тоже окошечко есть, все есть, плиточка вот такая, отличненько, ребята. Все есть, все остается, стиралочка, стирайте на здоровье. Это все, ребята, для вас. Супер, все, сдаюсь. Так, здесь у нас, кстати, раритетный комод, между прочим, по классике. Тоже сплиты везде есть. Спальное место, пожалуйста. Здесь у нас, кстати, гипсокартон, ребята, и спаленка номер два. Пожалуйста, вам спаленка номер два. Тоже у нас здесь все тепло, сплитики, пожалуйста. Вот вам кроватка, комодик. Кстати, раскладное кресло. Кресло-кровать. И медведь вам тоже, ребята, достается подарок. Братан, ты много ешь, скажи честно? Нет, я мало кушаю. Ну, сколько ты съедаешь? Ну, где-то килограмм 20-30 в сутки. Сколько? А какой корм кушаешь? Собачий. Ой, братан, ладно, будешь у меня на костях, короче, жить, будешь питаться кашей. Хорошо, Дима. Давай, братан, пока. На связи. Все, нормальный пацан, короче, можно договориться, я как бы пообщался, все, хлопот вам не составит. Нормальный пацаненок. Все, выходите на балкончик, ребята, здесь, конечно, стульчик, здесь бутылочка вина. Ну, чтобы вы просто понимали, что он у вас есть, да, балкончик есть, ребята. Ребята, вы понимаете, здесь никто не построится. Все уже давным-давно построено. Все, три дома в одном стиле абсолютно, с великолепными соседями. Все, с москвичами. Нормально, кстати, общаются тоже соседи. Здесь москвичи, все, подружились, пошли к москвичам в гости. Сели на качели, покатались. Там у них, смотрите, какая панорама. Все, вместе дружите. Вы молодые, они молодые, вы кайфуете, живете. Все, прямо отсюда. Сиганули в бассейн. А это запросто, Ух, замечательно. Здесь, кстати, можете небольшую баньку, кстати, здесь себе поставить. Такую, типа, бочка, видели, как там внизу стоит, да? Все, отлично. Все, просто великолепно. Кровля есть.
есть, отливы есть, все есть. Что еще вам нужно? Я спрашиваю вас еще раз, что вам нужно еще? За эти деньги что вы еще хотите? Ребята, это уникальное предложение, это уникальный район, это обалденный дом. Я реально, когда я так снимаю видеообзоры, это означает, что я хочу этот дом себе. Как мне понравился дом в Дагомысе в свое время. Ну, это, конечно, тут вид, конечно, да. Здесь, конечно, вид просто потрясающий. То есть, если вам просто, например, приехать, например, А, ребята, я забыл! Это что вы спросите меня? Да, это грамотно использованное подлестничное пространство. Открываем. А там 9-киловаттный котел электрический, чтобы вы понимали, как бы, на круг выходит не больше 5000 в месяц, даже зимой, ребята. Это круто, я вам это говорю, это круто. И, пожалуйста, бойлер. Вот такая вот история здесь у нас. Ребят, все, силы заканчиваются, силы на исходе. Восхищение мое не знает границ. Пойду я окунусь немножко в бассейн. Я благодарен, что мне дали возможность собственники поснимать этот дом, потому что это крутяк. Это отличное завершение этого дня. И если вы не будете готовить на этой кухне, не пригласите меня, когда вы сделаете здесь утку по-пекински, после того, как я продам вам этот дом. У нас с вами все закончено. Раз и навсегда, я вам это заявляю. Поэтому мы всех вас ждем в Сочи, ребята, на показах. И мы вас всех ждем в Сочи для того, чтобы вы приезжали, отдыхали, кайфовали. На этих лежачках вы будете тоже, ребята, отдыхать, загорать, кайфовать. И у вас будет вот такой вот, ребята, потрясающий, реально. Вот я не побоюсь этого слова, потому что это просто потрясающий дом, который я с огромным удовольствием имел у себя в собственности. Счастья, здоровья, любви, я вас обнял, ребята. Не тяните. Я под таким, знаете, хорошим впечатлением... Потрясающие люди, взрослые, знаете, как говорят, вот, как наши родители, да, жизнь прожившие с опытом, взрослые, приятные, умиротворенные, воспитанные. Ну, короче, очень клево пообщались. Димочка, давай мы тебя накормим, посиди, пообщаемся, попьем чайку и так далее. Я говорю, да я поеду, мне надо монтировать, у меня еще встреча, это. В общем... Отличное впечатление. Я поскромничал, жалко, правда, не хватает времени. Вот эти бега. Не уделяем время себе, я бы с огромным удовольствием на самом деле пообщался. Я надеюсь, что еще привезу клиентов, еще пообщаемся. Вам что хочу сказать, ребят, этот дом очень быстро будет продан. Очень быстро будет продан, потому что им занялся я. И не только поэтому, им занимаюсь не только я, поэтому его в любом случае быстро продадут. Это хорошее место, это клевый дом. У меня одни положительные впечатления, и чтобы вы понимали, как я и сказал, вот он дом, и вот моя машина стоит, и вот, чтобы вы понимали, я говорил о чем, вот он, пожалуйста, спуск, вот он, спуск к морю, все, вы прошли, то есть спокойненько там, 5 минут, и вы на море, да, можно сказать, на своем пляже, как бы, поэтому проблем никаких нет, класс, реально класс. Приезжайте, я покажу, вы не пожалеете. Я желаю вам счастья, здоровья, любви. Обалденный вариант. Для жизни, для отдыха, для временного пребывания, для сдачи, как инвестиция. Обалденный вариант. Ребят, обычно я говорю пока, я говорю, будьте счастливы, не болейте. Пока, ребят. Пока.